На пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Северной Кореи довольно много внимания было уделено отношениям с Украиной. Так, журналисты задали Владимиру Путину вопрос о подписанном им накануне указе об упрощенном режиме выдачи паспортов жителям отдельных районов Донбасса. В частности, речь зашла о реакции Киева на это решение. Это странно, что у кого-то вызывает решение подобного рода, у кого-то вызывают негативную реакцию. Например, Польша уже в течение многих лет, чуть ли не 10 лет, по-моему, с 2009 года уже выдает карту поляка. А то же самое, даже больше, выдает паспорта Венгрия, паспорта выдает Румыния. Соответственно, венграм, румынам, полякам. В этой связи у меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу рядных, разных обстоятельств, родственных связей, смешанных браков и каких-то других соображений. Я здесь не вижу ничего необычного. Вопросы, связанные с паспортами, носят чисто гуманитарный характер. Мы далеки от того, чтобы кого-то провоцировать. Если приходящие к власти люди в Киеве найдут в себе силы реализовать Минские соглашения, то мы будем всячески этому содействовать и будем все делать для того, чтобы нормализовать ситуацию на юго-востоке Украины.